Бездыханное тело мужчины в долине около места слияния городничанки и юрисдики обнаружил 13-летний школьник. Парень сразу позвонил в милицию. Уже через несколько минут правоохранители были на месте происшествия. В ходе выезда на место происшествия сотрудники милиции и сотрудники следствия осмотрели место происшествия. В результате было установлено, что мужчина действительно мертв. Вместе с тем, видимых телесных повреждений на его теле не имеется. При себе у погибшего не имелось никаких документов, вместе с тем в карманах его одежды были обнаружены деньги, это 50 тысяч белорусских рублей и аккумуляторная батарея. Личность погибшего пока выясняется. По предварительной версии, это гродненец 1987 года рождения. Его опознал участковый, прибывший на место происшествия. По словам милиционера, на погибшего оформлялись документы в лечебно-трудовой профилактории. Эта версия пока отрабатывается, выясняется и причина смерти. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой и предстоит сделать окончательные выводы о причинах смерти, сделать выводы о наличии состава преступления. По результатам будет принято процессуальное решение. Точную причину смерти и время, когда тело оказалось в воде, можно будет назвать только после вскрытия. Так что на данный момент вопросов больше, чем ответов. Почему мужчина оказался без верхней одежды близ городничанки? Что он делал в этом районе? Как его тело оказалось в ледяной воде? И главное, что стало причиной смерти? Ответы на эти и другие вопросы правоохранителям еще предстоит найти. Юлия Броско, Анатолий Бояринцев, Максим Базыленко. Новости Гродно+.